Как пишут российские СМИ, в российском регионе украинский дрон атаковал полицейских. Украинский дрон атаковал полицейских в Брянской области, пишет Следственный комитет СКРФ. Как уточнили ведомстве, беспилотный летательный аппарат ППЛА атаковал сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, ВСУ. ВСУ обстреляли населенный пункт Хоромное в Брянской области. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство, отметили следователи. В результате повреждены два автомобиля. Кроме того, по данным ведомства, украинские военные дважды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. В результате действий ВСУ повреждены жилые дома, здания, школы и автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди мирных жителей. Количество погибших и пострадавших не уточняется. Ранее дрон «Камикадзе» атаковал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Он упал в 400 метрах от границы с Украиной и взорвался на земле. Итак, мы видим, что происходит в России. Обязательно напишите свое мнение в комментариях и подпишитесь на канал. Мы, конечно же, будем следить за новостями.